Всем привет! Однажды я уже заказывал у этого продавца себе посылочку с AliExpress, когда мне очень сильно нужны были наушники. В общем, наушники — это, конечно, супер, но дело в том, что на Poco X3 не подходят тайцишные наушники от Xiaomi Mi 6. Именно поэтому я заказал пистоны уже на обычный джек 3.5. Ну, тут все стандартное, оригинальная упаковка от Xiaomi. В общем, как-то так. Варварски. Разрываем. О, наконец-то она открылась. И здесь нас встречают амбушюры. Ну и сами наушники. С мягким проводом. Да, то, что нужно. Теперь можно их проверить, собственно говоря. Сейчас мы этим и займемся. Так, на какой-нибудь музычке. Ну, к примеру, можно взять что-нибудь из последнего. Например, ну вот, на полную громкость. Такого прецедента не было и не будет. Такого... Ну, наваливают хорошо. Плюс можно еще взять и выставить отдельно в настройках. Так... Ну. Звуковые эффекты. Так, эквалайзер, регулировка. Ну и тут уже выбрать какие-нибудь наушники более-менее подходящие. Вот есть, например, пистоны. Их мы и возьмем. В общем, как-то так. Все ссылки будут в описании.